Хабаре. Это, кстати, привет на суахили. 27 мая в коворкинге «Аякс» отметили Всемирный день культуры Африки. Студенты из разных стран Африки провели дискуссию о расизме и отношениях между странами, а также рассказали желающим об особенностях культуры своих народов. Я считаю, что очень важно проводить такие праздники и рассказывать об Африке студентам и жителям Владивостока. На мероприятиях, которые мы организуем, готовится традиционная еда и поются песни наших народов. Это помогает как русским, так и другим иностранным студентам погрузиться в культуру страны. Ассоциация африканских студентов уже несколько лет проводит данное мероприятие, но благодаря усилиям научного студенческого сообщества в этот раз получилось масштабно. Получилось наладить сотрудничество со студентами из Африки, с представителями Африки. И в первую очередь наш университет славен тем, что здесь обучается около 3500 студентов иностранных из других стран, и к тому же студентов из Африки. И мы в России не так много знаем про Африку. Гости мероприятия смогли не только побороться за вкусные призы в квизе, но и завести новые знакомства, узнав ближе иностранных студентов. Полина Шкарко, Ксения Зайцева, специально для проекта The Digest, FIFU TV. Африка!